Всем Game Pass! С вами Рапас, и сегодня с вами продолжаем играть в Ultimate Custom Night. И сегодня челленджи я решил выполнить два. Я серьезно, ребят, не знаю, когда я успею выполнить все ваши челленджи, но сейчас просто мне приходится снимать по два челленджа в каждой рубрике. Первый челлендж называется «Это я». Нужно поставить Golden Freddy на 15, Spring Trap на 12 и Scrap Trap на 14. Ну, эту балору. Что ж, предлагаю взять... у меня он уже активен. Вентилятор теперь можно вообще не беспокоиться, так как никто здесь не реагирует ни на температуру. О! Все! Скраб-трапа нету. Все, за скраб-трапа можно больше не беспокоиться. Пипец, я так испугался. Еще, ребята, знаете, кого я просто ненавижу? Вот эту балору, которая тут просто не пойми откуда вылазит. Короче, странная какая-то. Я вот не знаю, мне надо закрывать правую или левую дверь. Так, Golden Freddy, вот это моя тоже одна маленькая проблемочка, но мы с ним справляемся хорошо. Считаю, можно не беспокоиться за эту вентиляцию. Стоит беспокоиться себя за эти две двери, а также верхнюю вентиляцию. Откуда у меня уже коины? F-коины. Еще и свет так мигает. Как будто бы вот-вот сейчас нападет Балора. Вот! Как только играет музыка, я так понимаю, надо закрывать сразу двери. Но вот в чем проблема-то, а? А музыка-то не всегда играет. Скажу уже на своем опыте. Что? Даже просто так может мигать свет, и она может напасть, ребят, понимаете? Даже просто так. Прикиньте. Даже просто так. Ну хотя... Хотя бы носик меня успокаивает. То есть тут две причины, по которым можно напасть Балора. Либо же свет, либо же музыка. А, мне тут еще в коины за то, что я отгоняю спрингтрапа. Пипец, Балора. Отстань-ка ты, пожалуйста. А это еще думает, вот такая знакомая музыка, постоянно где-то используется. Так, главное сейчас не радоваться раньше времени. Балора, сегодня не твой день. Как видите, ребят, мне приходится обрезать так много моментов, потому что челленджи это два. А я тебя слышал. Все! Наконец-то, все, первый челлендж пройден. Офигеть. Итак, ребята, только 5 минут видео. Итак, сейчас будет второй челлендж. Челлендж называется... Ну, вентиляция, вот. Так, нужно все это убрать. Итак, Эннарда поставить на троечку. Балунбоя поставить на троечку. Ну, Балунбой это такой, это вообще на него можно не обращать внимания. То и Чика на десяточку. Ну, и это вообще такие легенькие. То и Бонни тоже на семерочку. Скраб Тра... Ой, на двоечку. И Молтен Фредди на единичку. Выглядит, конечно, легко. Но Скраб Трап, да? Хорошо, хорошо, смотрите. Эннарда мы знаем, как это гонять. Балунбоя мы тоже знаем, как это гонять. Вместе с Крэптрапом. И Молтен Фредди тоже знаем, как это гонять. Короче, предлагаю начинать без всяких... Нет! Вы, наверное, спросите, почему я вышел. Да потому что я забыл поставить вот это вот. Что ж, предлагаю начинать. Слава богу, уже теперь не будет этой Балоры.
Но есть теперь еще одна проблема. Скраб-трап. Так, окей, напряглись. Очень сильно напряглись. Потому что Эннард, Мутон Фредди и это... Скраб-трап. Не-не-не-не, уйди отсюда! Ага. Окей. Наш враг покажет отца и Чика, и ты Бонни, вот. А ведь потом будут такие моменты, когда вот это все вместе вылезет. То есть Краптра будет ждать такого момента, когда прям вылезет и той Бонни, и той Чика, и Мотон Фредди, и он там сам тоже вылезет. Оба. Здорово. Но по сути Краптра должен атаковать, ведь он один раз на ночь атакует. Носит. Ха-ха-ха. Уйди. А температуру вообще можно не обращать внимания, потому что никто на нее не реагирует. О! Ёкаленно! Все, за скраб-трапа больше не волнуемся. Волнуемся только за баллон. Да на баллон бой тоже все равно. Все, можно убрать руку вообще с буквы F, потому что здесь все. Скраб-трап и баллон бой это такие. Может, у меня хай-фонарик тоже заберет. Мне он не надо сейчас. У меня в основном сейчас маска. И Мутон Фредди и Эннард. Кстати, масочка Эннарда. Так, нет носика. А ну-ка, носики дайте мне. Но пока что все чисто. Пока что. А ведь опять. Эннард, тихо. Не надо. Я только ресетнуть камеру хотел. Ой, эту, вентиляцию. А вы мне там засоряете ее. Потом сами будете чистить. А мне потом дышать нечем, да, Блумбой? Достали уже, серьезно. Вечно тут влезет. О! Ё-моё. Слушай, Бонни, а ну иди отсюда. Достали уже, серьезно. Шо Мутон Фредди, что Эннард. Достали уже вдвоем, серьезно. Скрипят там, вентиляцию ломают. А я потом ее чищу, видишь ли, да? И потом они понижают зарплату из-за них. Там царапают внутри вентиляцию. А мне потом что? Что мне потом говорить? Администрация этого не будет ценить. На самом деле, хотя в принципе да, челлендж от того и называется вентиляция, но той Чика и той Бонни они вылазят не с вентиляции. О, чё, серьезно? А, я так быстро заговорился. В общем, ну короче, что в принципе и Скраб-трап, и Баллон-бой, и Мутон Фредди, и Эннард, они вылазят с вентиляции, но непонятно, что это той Бонни и той Чика. В общем, с ними непонятно. Что ж, такой вот ролик получился, ребят. Я не знаю, опять же, смогу ли я выполнить абсолютно все ваши челленджи, ведь каждый день добавляется по одному, по два, по три, или даже по четыре челленджа. Так что, не знаю. Возможно, я не все выполню. Ну, вы не расстраивайтесь. В любом случае, сегодня я сделал то, что смог. Ну и все. Ссылка на Дискорд в описании, как всегда. Она всегда там валяется, где-то там уже запылилась. Никто на нее не нажимает. Ну, а с вами был Яропас. И эти мои любимые аниматроники. Всем арвуар.